Благотворительный фонд «Мира без войны» совместно с общественной организацией «Мы» и мэрией областного центра собирает очередной гуманитарный груз для города Лутугинск Луганской Народной Республики. Президент фонда Эрик Тадывасян родом из Донецка. Сейчас там живут его родственники. Предприниматель, как никто знает, жителям ЛНР нужна помощь и поддержка, которые ивановцы могут оказать. Гуманитарные грузы благотворители отправляют регулярно. Последний был перед Новым годом. Мы возили и картошку, возили и капусту, и консерв. Все, абсолютно все, что пригодно ежедневно обычному бытовому человеку. Поэтому ограничений того, что везем, нету. Любая помощь. Там даже вплоть того, что, вот говорю, в садиках есть, которые нуждаются насосы для подачи воды, там тены, там, я не знаю, ну, обогреватели. Из каждого путешествия Эрик привозит видео о том, как обстоят дела на Украине, как сильно разрушены города и как страдают люди. По телевизору в новостях, рассказывает он, увидишь далеко не полную реальную картину. Главная проблема такой благотворительности в том, что граждане не видят конечного потребителя, тех, кому отправляют вещи и провизию. Эрик из рейсов в доказательство доброго дела привозит благодарности жителей, фотографии, ежегодно составляет отчеты о каждом потраченном рубле. Война там непосредственно каждый день, умирают люди и нуждаются во многом. Мне бы хотелось бы еще солдатам помочь, тех ребятам, которые обычные ребята, занимались бытовой, там, кто сантехником был, кто слесарем был, да, они все стоят и защищают свою, грубо говоря, родину, Донецк и Луганск. В большей степени там народ нуждается как бы и в, не только как бы в вещах, они вообще не нуждаются, люди, в поддержке и в моральной, и как бы в материальной, потому что у них на самом деле, они живут, как, можно сказать, как в оккупации, к ним туда мало что доходит, ни вещей не доходит, ни питания не доходит, и как бы вот у них постоянно какие-то там войны идут. Семья Панкратовых уже не первый год участвует в благотворительных акциях фонда «Мира без войны». В этот раз они собрали несколько пакетов с вещами. Следующий груз на Украину отправится в марте, поэтому благотворители принимают летнюю одежду, обувь для детей и взрослых, постельное белье, бытовой текстиль. Не обязательно новое, главное, чтобы в хорошем состоянии и чистое. Мы принесли одежду. Какая в первую очередь необходима, это кофты, колготки, нижнее белье, продукты питания, мыло. Это новые вещи или это вещи, которые вам уже как бы без надобности? Это и новые вещи, и которые нам уже без надобности, кому-то они все-таки нужны будут. На сайте фонда также указаны реквизиты счета, на которые можно перевести добровольное пожертвование. Гуманитарную помощь благотворители принимают круглосуточно по адресу улица Ташкентская, 60. Сбор продлится до 20 марта. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Фонд «Мира без войны» и общественная организация «Мы» открыли пункт сбора помощи жителям Луганска, который располагается по адресу Ташкентская, дом 60, в цветочном салоне «Flowers», телефон 390330.